Я еще 10 лет назад сказал, что Украина будет в НАТО. Мне это абсолютно понятно. Украины одна проблема, она проблема связана с неким их национальным менталитетом. В этом плане она очень серьезно проиграет. Как там будет в будущем, мне сложно сказать. Сегодня мы говорим о братском народе, и мне очень искренне жаль, что братский народ от нас отходит. Но при этом я категорически, как депутат Государственной Думы, против, чтобы они оперировали братскими узами, и при этом мы их содержали, не давая ничего взамен. Уход в Европу у них не получится, а то, что они Россию потеряют, я в этом ни грамма не сомневаюсь. Они не потеряют Россию как некого соседа, мы обречены на это, у нас много связей, людей, родственников и так далее. А отношения с Украиной будут абсолютно другие. И вчера президент на саммите СНГ в Беларуси абсолютно четко сказал, мы будем выстраивать наши экономические отношения так, чтобы рынок России и наши производители не страдали от того, что Украина получит какой-то товар, будучи банальным посредником, будет пытаться качать его в Россию. Потому что Россия сегодня не имеет таких преференций с Европой, которые может получить Украина. Естественно, мы будем защищаться, и от этого пострадает только украинский народ, не Россия.